Школьники из семей разработали мобильное приложение для туристов. Discover Abai было создано учениками специально для удобства любителей путешествовать. Современная разработка также позволяет обнаруживать новые достопримечательности, изучать казахский язык, а также погрузиться в местный колорит. А для удобства приложение имеет встроенную карту. С этим проектом ученики 8 и 9 классов Нурлыхан Маратов и Тимирлан Тимирбаев заняли первое место на республиканском хакатоне. Зачастую люди не посещают какие-то места от того, что не знают об их существовании. А в нашем приложении туристы будут знать и посещать наши достопримечательности или же образовательные учреждения. Наше приложение также содержит интуитивный интерфейс и поддерживает 3 языка. Также мы не забыли и о культуре нашего народа. Мы добавили курсы казахского языка, добавили биографии великих личностей. То есть это Абай Кунанбаев, Шакарим, члены партии Алаш. Эта тема, скажем так, сейчас модная, актуальна, потому что наша область только создана, и это заинтересовало детей. Они самостоятельно используют технологию React Native и язык программирования Python, написали программу, которая, в принципе, позволит туристам ориентироваться в нашей области.